Президент России Владимир Путин вместе с хоккеистами посетили детский образовательный центр «Сириус». Они осмотрели, как на льду подрастает новое поколение. За игрой следил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ежемесячно в «Сириус» приглашают по 150 юных хоккеистов со всей страны. Специалисты читают им лекции, тренера обучают управлять клюшкой и сражаться за шайбу, чтобы в будущем появились новые звезды российского хоккея. Игроки сборной Канады образца 72 года с интересом наблюдали за матчем. Они отметили, что мальчишки могут стать чемпионами. Условия созданы, у них есть отличный тренировочный центр. Для юниоров встреча с хоккейной суперсерией стала грандиозным событием. Ведь 8 игр изменили историю хоккея. Советская сборная тогда впервые встретилась с канадскими профессионалами. Яркая борьба завершилась со счетом 6-5 в пользу родоначальников этого вида спорта.